Всем доброго утречка. У нас сегодня завтрак с стратегическим запасом. Блинчики с ливером. Заварили чаек. Лимончик, витамин С. Наливай, иди, Саша. Санек у меня искупался уже с утра. Зарядку сделал? Зарядку сделал, молодец. А я вот только завтрак приготовила. Че, деда, погулять, что ли, сходим сегодня? Пешком, да? Пешком. Конечно. Ну ты что, пешком? Конечно. Пешком? Просто пешком. Ну, не знаю. Лимончик бросать? Бросай. Ну, всем приятного аппетита, кто с нами завтракает. Вам еще сколько, 8 ложек? Встретимся. 10. На эту кружечку хватит одной ложечки. С лимоном, что ли? Хватит. Я 4 ложу. Ну, тебе не страшно? Нет. Ну, ложь хоть 10, мне не жалко. Лишь бы тебе радость была хоть какая-то в жизни. Кисло же будет. С 10 ложками-то? Нет, с одной. Все ему кисло. Тебе. Кисло, сладко. В общем, завтракаем. Сегодня мы вышли из дома и опять потратились. Купили мясо. Вот такую грудиночку купила, говяжью. Говяжья грудинка стоит 320 рублей. 350 рублей стоит шейка и 250 рублей прослойки. Прослойки в шелухе сварим. Одну прослойку пропущу. Отрежу вот у говядины вот эту вот штуку мясную. Это оставлю на щи. А это пропущу на фарш. Хочу сделать тефтельки. Ну а шейка, она и в Африке шейка, пригодится для различных наших мероприятий. Может быть, шашлычок где-то сделаю. В общем, немножко пойдет на шашлычок и немножко пойдет на что-нибудь еще. Вот. И два кусочка опять в шелухе сварим. Понравилось очень, уже все съели. Разделала мясо. Получилось у меня вот на 3 супа, разделила, ребрышки с сала сняла и грудинку отрезала мясо, и грудинку распилила еще на 3 части. Вот еще можно 3 раза или щечки, или там борщик сварить. Так, вот так распределили мы, решили в шелухе сварить опять, только сольки побольше положим немножко, потом скажу сколько. Это пропустим здесь. От шейки кусочки и от грудинки говяжьей. А вот здесь мы выделили немножко шейку. Замаринуем на шашлычок. Тоже, наверное, раз-два можно будет на ужин пожарить. Вот так распределили все мясо. Разделали. И все это в морозилку пойдет. Это сейчас поставлю варить. Это пропустим, а это замаринуем. Красивые прослоечки, но мы решили, что в этот раз сварим. Также зашли в Пятерочку, купили бедрышки, купили лавашек, 2 пачки масла по акции. Я такие вообще фирмы не знаю. Саша, она включилась. Опа, значит, может, контакт. Такие вообще фирмы не знаю, но взяла, по-моему, по 109 рублей. Это по 100. Все равно пеку часто. Нужно масло. Пусть будет. Молоко Пестравка. 63 рубля. Свежее. И в другом магазинчике, где покупала вот хлеб, у нас есть магазинчик, купила козелки, русскую колбаску. Иваныч любит русскую колбаску. Вот такие были покупочки. Хоть из дома не выходи. Собираюсь к маме. Позвонила. Говорит, что встать не может. Прострелила ей поясницу. Все. Подняла тяжелый телевизор. 82 года. Вот что сказать. Врача сейчас, я говорю, только придет, говорю, это самое, принесет вирус какой-нибудь. Я говорю, ты вот мне звонишь, говорю, я врач.
Ну, ты же Сашу лечишь. Ну, вот. Два шприца. Один 5-граммовый, один 2-граммовый. Потом взяла один диклофенак. Сейчас ей воткну. И кетарол воткну. А на вечер вот по одной таблеточке на сегодня и на завтра мелоксикам выпьет таблетки. Спирт, конечно, этиловый, перчатки, маску. Все, иду лечить. Как я ей говорю, мам, такая пандемия, тебе столько лет, сиди дома. Нет, я только в магазин. Вчера уже, знаю, к подружке учехлила, к подружке там сын алкоголик ходит, тоже все носит. Короче, не слушается вообще никак. И этот телевизор, неужели не могла позвонить и сказать, вот мне нужна ваша помощь, там, придите, вот, может быть, там, прибраться. Все время говорю, мам, давай приду, помою полы. Мне Сашка помыл, Сашка меня искупал. Знаю, что Сашка давно с какой-то бабцой где-то пьет. Ну, короче, не слушается вообще никак. Сейчас поеду, отругаю. Тонометр у нее теперь испортился. Вчера я ей говорю, давай, мама, говорю, поезжу по аптекам, поищу тонометр более-менее. Но он все-таки не дешевый, где-то 2 с лишним тысячи. Не, мне такой дорогой не надо, я сама куплю. А сегодня мне говорит, купи мне тонометр, я ж теперь куда вот выйду, никуда. Я говорю, вот, самостоятельная какая женщина, все хочет сама делать. Говорите, Бабрая, вот у меня уже после 2 уколов стоит, как огуречек. Тебе легче? Полегче. Полегче ей. А тут котяра меня провожает. Ладно, мам, пошла я. Приду да еще. Нет, уж не фотографируй. Господи, да ладно. Страх Божий. Ладно, сейчас приду. Полечили маму. Все-таки сделала я ей 2 укола. Так, сделала я ей 2 укола. Кетарол и диклофенак. И мелоксикам еще на вечер таблетку оставила. Но так как у нее вот такой тонометр был, он все изломался, не работает. И я поехала в аптеку и выбирала. Спросила цефтриаксон, сказали нет и не будет. Я говорю, ну хорошо, вот мне сейчас не приспичило, а вот когда приспичит, как же быть? Ну, это, говорит, не от нас зависит. Мы заказываем, нам не привозят. Было отвечено. Инолаприл 99 рублей стоит. Вот, мне дали сразу вот 3. Одна в подарок. Амлодипин кардио 149. Кетарол 139. Диклофенак 79. Вот такие вот цены у нас в аптеке Вита. Ну вот, девочки, видите, мой огород, сад-огород. Лучок прет. Рукулу я, которую подсадила, вон она опять падает. Какая-то не падает, в основном падает. Это уже второй раз я подсаживаю. Посмотрите, укропчик тоже полег. Что-то задержалось. По какой причине, не знаю. Все говорили, света не хватает. Подсвечиваю лампой вечером. Уже спать мы ложимся, я выключаю лампу. Целый день подсвечиваю, потому что пасмурно на улице. Вот видите, какие-то задержались. Вот. Уже большенькие становятся. Смотрю, третий листочек вон вылазит. А укроп стал падать. Ложится вон потихонечку. Вот. И пока нету никакого движения у меня в моей Бенджамине. Я так поняла, девочки, что не вовремя я ее это в ноябре начала. Наверное, все равно как-то вегетация должна какая-то присутствовать. Даже вот не вижу, что что-то там живое есть. Но пока не буду выбрасывать, пусть постоит. А потом эксперимент повторю где-нибудь, наверное, в феврале. Вот. Про мушки хочу вам сказать. Сейчас про мушки я вам скажу. Тайга включена. Гром рассыпан.
корки лимона рассыпаны. Так вот, смотрю здесь. Сейчас вот вроде... Они, наверное, вовнутрь залезли от страха. Вечером вот я здесь сижу или лежу, допустим, да, в телефоне. И они ползают. Вот вчера я здесь вот вытирала на подоконнике. Посмотрите, вон они лежат. Это уже нападали за вечер и за утро. Петрушка моя. Растет с сада-огорода. Вот такая Бенджамина. Давай уж без мушек терпи. К весне где-нибудь еще попробуем рассадить. А у нас, вот видите, сегодня выпал первый снег. Немножечко как бы метет. Но температура ноль. И поэтому все тает. На улице грязно, слякотно. Промозгло. Ветерочек такой какой-то ехидный. Никак зима не начнется у нас никак.